Вот он я, Кузерат, и я тебе очень рад. Щелкни мою бегущую фигурку, если хочешь играть. Если играть больше не хочешь, щелкни меня спящего. Ты также можешь щелкнуть старый камень у подножья дуба, чтобы посмотреть, нет ли твоего имени среди десятка лучших игроков. Перед тем, как мы начнем, я хочу узнать, как у тебя с математикой. Щелкни зеленый листок, если немного умеешь считать. Щелкни желтый листок, если ты хорошо умеешь считать. А если ты просто великолепный математик, смело щелкай красный. Какой выбираешь? Скоро я испорчу этот пикничок в лесу. Заколдую Кузю, заколдую дерево. Давай поиграем. Да, иду. Как же ужасно, у меня болит живот. У дерева не может болеть живот. А вот у меня болит, как будто заноза внутри. Дай посмотрю. Эй, помогите! Эй, как? Что? Кто? Где я? Сейчас расскажу. Меня зовут Землерой. Не беспокойся, я здесь, чтобы помочь тебе. Вот карта, а значит, ты сможешь найти дорогу к своей семье. Тебе надо будет бегать от одной точки к другой, пока ты снова не окажешься у старого дуба. Найди кратчайший путь и не забывай следить за временем на песочных часах и за препятствиями на пути. Ты теряешь песок всякий раз, когда падаешь или на что-нибудь натыкаешься. И помни, когда весь песок пересыпется, игра закончится. Но не вешай нос. Попытайся выполнить задание, а если справишься, получишь пригоршню песка. Тогда твое путешествие продлится подольше. В любом случае, увидимся, и всей своей землеройской душой желаю тебе удачи. Да ты что? Неужели нам и правда удастся добраться до дома? Дай-ка взглянуть, какой же дорогой лучше побежать. Внимательно посмотри на кости домино на ветке. Разберись, почему они расположены в таком порядке. И поставь подходящую свободную костяшку домино в ряд. Это я понимаю. Как держать? Лихой землерой, совсем другое дело. Я понимаю. Так держать.
Одну секунду. Самое время приступить к следующей игре. Видишь на стволе дерева квадрат, а на нем темные участки. Посчитай общую площадь темных участков. Каждая клетка квадрата соответствует одному квадратному сантиметру. Ты отвечаешь правильно, и пух, волки исчезают, и ты можешь продолжить свое путешествие. Привет, дружище! А сейчас тебе предстоит помочь земляным червям. Щелкай по листьям, чтобы они переворачивались. Тебе нужно найти две одинаковые букашки. Если найдешь, они исчезнут. Уберешь все листья, и тогда, наконец, червячки смогут встретиться. Хорошая память! Потрясающе! У тебя фотографическая память! Хорошая память! Лихой землерой! Великолепно! Потрясающе! У тебя фотографическая память! Червячки скоро смогут добраться друг до друга! Хорошая память! Ты готов к новой игре? Нужно спасти кроликов, плывущих по реке на бревнах. В лапах они держат примеры. Ты должен их решить и отправить в нужную корзину до того, как кролики сорвутся вниз. Невероятно! Так держать! Прямое попадание! Играешь в баскетбол? Ты теперь один остался, дружище! Вот это да! Прямое попадание! Играешь в баскетбол? Невероятно! Так держать! Вот это да! Ты теперь один остался, дружище! Невероятно! Так держать! Прямое попадание! Играешь в баскетбол? Ты теперь один остался, дружище! Вот это да! А теперь давай сыграем в игру с луком и стрелами. Чем ближе к центру мишени попадешь, тем выше твой счет. Видишь цель на заднем плане? Черная стрелка, лежащая на земле, показывает, как далеко ты от цели. Твой лук может пустить стрелу на то расстояние, которое указано на значке. Теперь тебе всего лишь нужно решить, как сильно натянуть тетиву, чтобы попасть в яблочко.
Ге-ге-ге! Робин Гуд, случайно, не твой родственник? Вот дела! Да ты великий стрелок! Не повезло. Сосредоточься. Эй, ну ты как? Мы начинаем. Тебе просто нужно решить эти три примера. Чем больше правильных ответов, тем больше у тебя песка. Давай, не робей! Ура! Ты щелкаешь задачки, как орехи. Молодец, соображаешь. Вовремя. Мы как раз собирались съесть твой кусок торта. До сих пор голова кругом идет. Спасибо тебе за помощь. Пока.